Всем привет, ребят. Ну что, зашел посмотреть вечером на акции. И как обычно, подфартило, упал купон на русском сервере, решил сейчас позабирать со всех. В общем, с купона вот такие вот плюшки. Ну, в принципе, многие из вас уже знают. Поехали, сейчас их заберем, посмотрим, что есть на русском сервере. Подарки тут. Ежедневный бонус. Ну, в общем, ничего такого интересного на русском сервере по акциям на сегодня нет. Так, давайте сейчас заберем. Ну, то есть, для того, чтобы получить тоже, называется, блин, подарок. Сделайте просто шанс. Что значит получите подарок? Вот вы вытащили купон. Вот, посмотрите. Поздравляем, вы выиграли купон. Вы выиграли купон, и вы должны за него заплатить, задонить. Супер подарки. Просто, просто огонь. Ну, хорошо хоть минималка, то есть не надо там много донить. Самый минимум. И вуаля, ежедневный бонус. Ничего себе. Вот это я попал. Где этот сратый купон? Где плюшки? Поехали читать правила. Ой, люблю IGG. Так, ваша деятельность истекает 24 часа купон. Так, срок действия купон. Нажмите награды, чтобы награды за купоны будут отправлены в течение 60 минут после использования. Ну окей, мы сделали награды. Ждем 24-60 минут, ребят. Поехали пока на другие серваки, посмотрим, что там есть интересного. То что-то реально тяжелая неделя, не было времени ни на бездонатные аккаунты. Так, вам частично поснимал видосики. Так, Тайвань. Ну вот эта акция, это вот это огонь. 300 самов тратишь, но зато получаешь обалденнейшие плюхи, как по мне. Так, тут у нас ничего такого интересного не поменялось. Такое себе. В общем, надо ждать обнову. Тут, по-моему, магическая рулетка, я не помню, есть она, нет. На Тайване. По-моему, ее тут вообще нет. Это счастливое число, если я не ошибаюсь. Сундуки. Кстати, будет 11 числа, пишут, скорее всего, будет стрелок и скин стрелка, но это опять же не точно, пока официальной инфы нет, но скорее, чтоб так и будет. Ага, ну вот я завтыкал, здесь сегодня я забрал. Так, тут кгашки у нас дают, вот здесь такая акция стартовала. Такс. Тут кгашки 30, тут значки почета, тут у меня были эти 10 первых и сундуки.
А какой основной приз? Фиг его знает. В общем, посмотрим, стартовала эта акция, это радует. Да, видите, 50. 10 первых. Но тоже неплохие плюхи. Вот я не знаю, что это за сундуки. Она стартанула до 21 числа с 8. А, это с сегодняшнего дня. Вот так вот. И на русском сервере она тоже будет. Значит, будет завтра, скорее всего. До 21. Посмотрим, какие плюхи тут будут. Я сегодня эти уже забрал. Поехали дальше. Такс. А, поехали на английский сервер. Потом зайдем еще на русский. На сардельку. Может, там нам придут плюхи тоже. Посмотрим. Ну, пишут сегодня, что купончик падает всем. В общем, 11 числа, день замковладельца, скорее всего, будет скин на стрелка и стрелок. Очень интересно. Посмотрим. Посмотрим на это действие. Так. Нуба аккаунт. При ритонище. Это имба, ребят. Так, что у нас тут? Spend. Видите, тут трата совсем другая. На этом топове. 1000. Так, не то, не то. Какие себе сегодня плюхи, что-то. Вот это неплохо, фрейка. И выживание 8. Так, основные акции 15. Вот такое. Скин, питомцы. Короче, ничего такого интересного нет. Кстати, а что там со вторых? Тут у меня вроде все есть уже. На десяточку. Так, окей. Орб. Давайте тут купончик попробуем. Посмотрим, какие шансы на английском сервере на купончик сегодня. Спин. Таты что? 100 апекс кристаллов дали, красавчики. Мистические такие себе. Все остальное. Блин, горло что-то дерет. Все остальное, фигня, по сути. Ну, 100 штук, в принципе, тоже неплохо. Один ап можно сделать. Так, поехали на немецкий сервер глянем. Что у нас тут бездон делает наш? Так, сегодня слизняка дают, не сегодня, вообще дадут одного слизня топового. Ну, неплохо, неплохо, эти мне нравятся, немка, здесь своеобразные плюхи. Так, тут такие же плюхи, 200%. Где они 200%? Или это дадут 200% самов? Не знаю. Ну, очень интересно, что означает 200%, либо выгода 200%. Так, пират. О, смотрите, какой пиратище здесь. Да, самая топовая награда нам упала, ребят. Ну, конечно, вот эти вот плюхи. Пакт 8, вторые мешки. Реально обалденно. В этом тут вопросов нет. Так, ну что, словим мы здесь купонище или нет? Оу, есть! Оу, есть! Напишите в комментах, ребят, что делаем с этим аккаунтом. Сделаем мини-дон ради таких плюх или нет?
Поехали на русский сервер, посмотрим, пришли ли нам плюшки. Я считаю, что на такое можно не съесть пирожка. Да, ребят, вы получили вознаграждение за ваш купон. Вот оно. 350, 350 и 350. Это, конечно, круто, но это плохо, что это за донат. Вот это вот больше всего не радует. Поехали нам. А, на Тайване уже... Это ж последний день сегодня, 8 числа. На Тайване уже это закончилось. Поехали на сардельку. Магическая рулетка. Сейчас зарулим. Оу, и здесь. Короче, пишите комменты, ребят, что делаем. Минимальный донат. Это, в принципе, это минимальный донат. Это не донат. Вообще сейчас даже до шапки это считается не донатом. Но пишите в комменты, что мы делаем. На немке здесь, как видите, нам упали. Все-таки упали на английском сервере, нет. Так, ТУшка у меня есть. У меня есть ТУшка. Да-да-да-да. О, у меня, кстати, есть же стрелки. Короче, ладно, пусть пока висит. Ну, что я могу вам сказать? Награды пришли, плюшки пришли, но, опять же, не радует то, что они донатные. Ну, радует то, что хотя бы их дают за минималку. Такие плюхи, я думаю, стоит забирать. В общем, пишите в комментах, что мы делаем по поводу плюх на бездонах. Ждем, ждем 11 числа, скорее всего, там будет... О, ничего себе. Нас услышали. Все, ребятушки, всем пока.